Приветствую всех на канале Ретроплойка. Все, ребята, лето прошло. Уже почти месяц как. Впереди похолодание, опавшая листва и все оттенки серого нашего бытия. Но есть возможность вернуться туда, где палящее солнце, приятная водичка и красивые тяночки на любой вкус. Представляю вашему вниманию порт известной визуальной новеллы «Бесконечное лето». Неофициальный релиз на Vita состоялся в конце августа. Так как игра имеет элементы эротики, я не рекомендую ее лицам младше 18 лет. Что ж, погнали устанавливать сие творение. Сразу говорю, это несложно. Ничего дополнительного качать не нужно, необходимо только скачать VPK-файл размером примерно в 500 мегабайт, ну и разумеется, чтобы у вас была сама консоль прошита. Загружаем файл по ссылке в описании. На Vita запускаем приложение Vita Shell. Подключаем консоль к компьютеру. Нажимаем Select. После этого на вашем компе должен появиться новый диск. Копируем туда VPK-файл. После того, как все скопировалось, нажимаем кнопку круга и отсоединяем консоль от компьютера. Далее, не выходя из Vita Shell, заходим в папку UX0. Находим файл «Бесконечное лето», которое весит 554 мегабайта. Подтверждаем. Все подтверждаем и ждем, пока игра установится. Поздравляем, игра установилась. Сам я еще не пробовал играть, так только проверил ее работоспособность. Первый запуск шел около минуты или полторы. Я уже начал переживать, что зависло, но к счастью все обошлось. Игра работает неплохо. Есть поддержка сенсорного управления, только вот некоторые значки очень мелкие, так что, наверное, придется в отдельные моменты переключаться между ними с помощью крестовины. Ну вот и все, ничего сложного в установке не было, надеюсь, игра вам понравится, а если кто-то уже поиграл в нее, расскажите, как она вам, мне будет интересно почитать. Спасибо, что посмотрели, ставьте лайк, если этот ролик был вам полезен, и я говорю вам пока.